17-й международный театральный фестиваль «Радуга» подходит к концу. Для вручения дипломов Ассоциации театральных критиков на сцену приглашаются Марина Дмитревская, главный редактор Петербургского театрального журнала, Николай Писачинский, проректор Российского государственного института сценических искусств, Анна Бондарчукевич, арт-директор фестиваля «Другие любимовка Москва», и Евгения Труд, декан театроведческого факультета Института сценических искусств. 17th International Theatre Festival «Радуга» comes to an end. Awards of Russian Theatre Critics Association are announced by Marina Dmitrievskaya, editor-in-chief of St. Petersburg Theatre Journal, Николай Писачинский, Provost of Russian State Institute of Performing Arts, Anna Bondarchukevich, Art Director of New Drama Festival Lyubimovka Moscow, and Evgenia Trop, Head of Department of Theatre Studies of State Russian Institute of Performing Arts. Это фестиваль, на котором не проводится обсуждение спектаклей и на котором нет никаких наград. Это совершенно правомерная форма фестиваля, но все-таки большое количество критиков ходило и смотрело программу фестиваля, очень разнообразного. Действительно, были представлены разные типы театра и разные языки, и разные краски театра. И поэтому Ассоциация театральных критиков российских, в которую входит 140 профессионалов нашей специальности, все-таки мы решили отметить два наиболее понравившиеся нам спектакля и вручить диплом Ассоциации театральных критиков этим спектаклям. Я называю тогда, значит, диплом Государственному академическому русскому театру драмы имени Горького, город Астана, Казахстан, со спектаклем «Язычники». Спасибо всем зрителям. И сейчас будет закрытие. Для церемонии закрытия 17-го международного театрального фестиваля «Радуга» на сцену приглашаются председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко и глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова. For the closing ceremony of the 17th theater Festival Radoga, we call on the stage the head of the St. Petersburg Committee of Culture, Konstantin Sukhenko, and the head of the Admiralty District Administration, Svetlana Shtukova. Дорогие друзья, мы не критики, мы сухие чиновники, но вместе с вами мы открыли сегодня Шопена и Ромео и Джульетта. Несколько дней назад это были бунтари, это было творчество наших иранских коллег. Это были «Носороги» и многие другие спектакли. Я надеюсь, что все собравшиеся в этом зале получили удовольствие, сделали для себя новые открытия. 17-й фестиваль подходит к своему завершению. Он перевернет страницу, а впереди нас ждет 18-й, и мы его с удовольствием вместе с вами будем ждать. А я считаю, что раз чиновники еще ходят в театр, они не сухие, а живые чиновники. Спасибо всем, кто участвовал.